Здравствуйте, уважаемые друзья. Хочу предложить вашему вниманию. Заказал мне друг мой сделать для ультралайта такой небольшой джиг, чтобы можно было его таскать где угодно по любым корягам, чтобы было как минимум зацепов. Я взял крючок карповый, который кованый. Обычно он продается у нас вот в таких упаковках. Выглядит он приблизительно вот так. Размеры их бывают разные. Очень удобный крючок за счет своего такого специфического загиба. Подсечка рыбы происходит практически моментально и удерживает очень хорошо рыбу. Я огрузил хорошей латунной бусинкой, дополнительно добавил свинца. Вначале изготовил опушку. Груз вот такой нашей, как говорится, мушки стримера будет составлять порядка 5 граммов. Можно добиться и 7 граммов, но дело в том, что она тогда будет идти камнем. Самый идеальный вариант для изготовления под спиннинг, лайты, ультралайты, всевозможные вот такие джиговые и огруженные приманки в том варианте, когда они составляют вес порядка 3 граммов. Тогда есть возможность еще как-то сделать соответствующую проводку, или же в крайнем случае можно как-то протащить, создать иллюзию движения рыбки по дну. Огрузили, немножко промазали клеем. Я сразу нить креплю за загибом, вернее за свинцом у загиба. И традиционно будем изготавливать с вами хвостик. Я вот нашел кусочек чернобурки, чтобы у меня длина хвостика была достаточно хорошей. Совсем небольшую щепоточку отрезаем. Мех можно использовать практически любой. Если есть у вас лиса, используйте лису. Но желательно так, чтобы длина нашего хвостика была соизмерима с величиной нашей приманки. В моем варианте, вот я подготовил такой пучок. Как вы видите, две почти длины у нас получается нашего хвостика должно быть. Так как он у нас должен хорошо отыгрывать, и в то же время он является у нас стабилизатором движения нашего стримера. Сразу вот так обхватываю, делю немножечко мех как бы пополам. И начинаю сразу от свинца подхватывать мех, чтобы кисточка была направлена у меня вверх. Сильно к загибу мы не приближаемся, так как уменьшать полезную площадь подсечки нам нежелательно. Сразу вот так взяли, разделили, и этого достаточно. Сразу беру небольшую щепоточку вот такого меха крашеного песца, и нам ее необходимо с вами закрепить так, чтобы мех был рассредоточен по краям слева и справа. Лучше, конечно, было бы его распределить снизу, дабы наш мех имитировал анальные плавники нашей рыбки. Поэтому я беру его, вот так подхватываю, поделил пополам и прихватываю нашей ниткой, притяжной петлей. Потом начинаю подтягивать слегка вот так мех. Удерживая в таком положении. Вот он у меня остался. Переворачиваем крючок и теперь мех поднимаем вот так слегка вверх, нашу кисточку. Начинаем проматывать к белому меху. И у нас равномерно распределяется вот так красный мех. Подхватим, чтобы не было у нас здесь комков. Остается теперь нам приукрасить нашим люрексом. Закрепили наш люрекс. Я слегка вот так увлажнил перо, чтобы мне оно не мешало работать. Увел его вперед.
нам понадобится немножко еще совсем или вот такого оранжевого, или красного даббинга, то есть тот, который у вас будет в наличии. Желательно нам промотать 1/3 или же 1/4 часть, выберите по длине своего цевья, дабы скрыть нам вот все наши с вами злодеяния. Вот так аккуратно, учитывая то, что мы немножко промазали клеем, у нас все закрепилось достаточно хорошо. Этой величины будет нам достаточно, остатки мы удаляем. Как обычно, для того, чтобы изготовить тело, я использую вот такую приблизительно тесьму, как я уже показывал, купленную в галантерейном магазине, распущенную вот так на определенные пряди для толщины моего тела, чтобы выглядела хорошо грудка. Мне понадобится их 3. Если у вас имеется в наличии сьенель, пожалуйста, можете ее использовать. Это даже еще приветствуется. Подхватили здесь. И для того, чтобы значительно лучше держалась моя тесьма, я, как всегда, немножко место крепления промазываю клеем. Учитывая то, что нить у нас светлая, а тесьма у нас уже темная, я слегка подкрашу нить, чтобы сделать завершающий узел. Нить переводим к шарику. Оставляем здесь. Выбираем сами, сколько и как мы будем подкручивать величину, но грудка наша должна быть несколько жирнее, чем оранжевое тело. Дошли приблизительно вот так немножечко до нашего шарика. В любом месте останавливайтесь так, чтобы не образовывался у нас воротник. И здесь подхватываем. Подхватили. Ну и теперь отрежем, сделаем завершающий узел и окультурим наш стример. Удалили все, что нам мешало. И как вы видите, вот такой симпатичный стример, не зацепляйка, который будет идти все время жалом вверх, для ультралайта, лайта, двуручника, готов к работе. В изготовлении достаточно прост, материалы можно будет менять в зависимости от ваших условий рыбалки. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!